бойцом, но это на самом деле, конечно, не просто вот вышел, подрался, ушел, а все-таки, наверное, это уже образ жизни такой. Выходит, что ты помимо тренировки своего тела, ты закаляешь свой дух, свою волю. Это уже дисциплина, которая идет с тобой по жизни. Всегда хотелось, всегда было выяснение, кто сильнее, борец или боксер. И всегда борцы хотят заниматься боксом, боксеры – борьбой. И получился такой альянс. Всегда занимался борьбой, хотел всегда заниматься боксом. Здесь проявил себя, появился какой-то выплеск эмоций, и уже в дальнейшем начал заниматься боями. Я шел, увидел афишу о предстоящих отборочных боях, и внизу телефон для спортсменов, желающих участвовать. Я понял, что я как раз тот спортсмен, который желает участвовать. Пришел на отбор сначала в клуб и попал на отборочные соревнования по боям. Тогда они происходили раз в две недели, и практически во всех я поучаствовал с разной степенью успешности. Ну, я не знаю, я думаю, так человек так рождается. Вот он такой родился, и как бы он в состоянии души. Ну, наверное, вот он как родился человек, такой он вот и должен быть. Если он боец, значит, он боец. Если он художник, значит, он художник. Ну, наверное, неприятное это было не совсем корректное, наверное, судейство. Вот, и иногда все-таки приходил там человек с бокса, и ему тяжело было как бы судить борцовские приемы, да, и то же самое наоборот с борьбы, судить боксерскую технику, и поэтому разногласия были среди судей, ну, то есть такие судейские ошибки. Закончил выступать, потому что многочисленные травмы не позволяли мне как нужно тренироваться и выходить на пик физической формы, что не позволяло выигрывать в боях. Мы были первые, которые развивали этот вид спорта. И, как говорится, находясь в авангарде, мы всегда старались, чтобы и молодежь также двигалась за нами. Уже прошло 15 лет с того момента, как Лига М1 существует. 1 ноября 1997 года состоялся первый турнир под названием «Чемпионат Европы». За 15 лет было проведено более 140 соревнований по всему миру. Сегодня это исторический день. 15 лет существования такой организации. Сегодня мы переросли в официальный вид спорта в России и во многих странах мира. И я надеюсь, что мы будем справлять и 20 лет, и 25 лет, и 30. Хотелось бы, чтобы бои были более красочные, более, больше, наверное, присутствовал ударной техники. Я желаю М1 так же двигаться дальше, как оно и двигается, с такими же темпами. И хотелось бы пожелать, конечно, дальнейшего процветания, развития и всяческих благ, чтобы наши спортсмены побеждали, естественно. Я поздравляю организацию М1 с юбилеем и то, что ее признали официальным видом спорта в России. Я поздравляю Лигу М1 с ее юбилеем. Желаю дальнейшего развития и процветания.
Хочется пожелать, чтобы у нас, у ребят, которые выступают, была возможность полностью отдаваться этому виду спорта и готовиться, и показывать результаты именно в международных аренах.